Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Redmi K40, и в данном видеоролике мы вам покажем, как войти в Fast Boot мод. Для того, чтобы это сделать на этом телефоне, его нужно сперва выключить. Зажимаем кнопку питания, выбираем выключение. Нажимаем для выключения. После того, как наше устройство выключилось, зажимаем одновременно кнопку питания и кнопку уменьшения громкости на несколько секунд, пока наш экран телефона не загорится, после чего можем отпускать все кнопки и попадаем в режим Fast Boot. Чтобы из него выйти, мы зажимаем кнопку питания на время около 10-15 секунд, после чего наш телефон будет перезагружен. На этом все. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!